Головной финал, весовая категория до 71 килограмма. Варвик Кер и Пол Герман из Канады. Варвик Кер из Бразилии. Знаете, наверное, судья должен быть бесстрастным и таким хладнокровным, но тем не менее, в этом бою я болел за канадца. Дело в том, что это очень такой интересный человек, и где-то, может быть, можно его назвать и легендарным. Он выступает уже, чтобы, я боюсь ошибиться, но, наверное, на 4-м чемпионате мира. На малазийском он не завоевал место, а на двух предыдущих он был чемпионом своей категории.